Всем привет! Вы на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео по просьбам клиентам мы покажем, как собирается коробочка для сотового номера. Чтобы получить вот такую вот красивую коробочку, мы берем раскройку, делаем изгибы. Все боковые клапана сгибаем вовнутрь. Кроме вот этого с полукругом, мы его в конце будем закрывать. Дальше у нас есть вот такие зацепы. Их мы зацепляем между собой. Теперь сгибаем эти клапана вовнутрь, берем рамку размером, если у нас рамка 115 на 70, то она сюда отлично входит, и дальше можно с этими боковыми клапанами ничего не делать, можно их вот так вот согнуть. Рука не набита. И получить вот такую вот отличную коробочку. Если же у вас рамка меньше, чем 115 на 70, сейчас покажу тогда, как работают клапана. Опять повторяем ту же самую процедуру. Делаем все загибы вовнутрь. Кроме последнего с полукругами. Теперь делаем зацепы. Не зацепило, нет. Да, зацепило. Делаем зацепы. Так же самое. Клапана вовнутрь. Здесь плохо зацепил. И вот здесь внимательно. Здесь есть два изгиба. Если у вас рамка меньше, то мы делаем вот такой вот уплотнительный треугольник. Вот. Продумано специально, чтобы коробка использовалась для разных размеров мини-рамок для сотового меда. С этой стороны также сделали треугольник. У вас получается вот такая конструкция. И когда вы завернете, вашу рамочку прижмет этими треугольничками. И она не будет телепаться по коробочке. Ссылки на коробку для сотового меда и на мини-рамку для сотового меда появятся у вас в правом верхнем углу. Также ссылки оставлю под описание к этим видео. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока!